Болгарская сказка «Деньги развращают». Как-то хитрый Петр встретился с друзьями, поговорил с ними, а потом и говорит: «Если хочешь знать, кто перед тобой и чего он стоит, покажи ему деньги и скажи: так и так, мол, это твое». «Ничего, никого ты не поймаешь на деньгах», — сказали ему друзья. «Погодите, люди, не думайте так», — развел руками хитрый Петр. «В этом деле я хорошо разбираюсь, а вы нет. Раз не видели и не слышали, то спросите лучше у меня». «Так расскажи, чтобы и мы услышали», — засмеялись друзья. «Когда я разбогател, набралось у меня 9 полных горшков золота и 10 горшков, насыпанных до половины», — начал рассказывать хитрый Петр. «Что делать с этим добром?» — подумал я и стал строить чешмы, мосты, занимать деньги, раздавать их просто так и под проценты. Словом, делал коммерцию. Были у меня соседи, мужчина и женщина. Такие хорошие люди, скромные, тихие, работящие. Женили детей и жили сами, радуясь миру ясному. Вот я и решил проверить, что за люди мои соседи. Позвал их к себе и дал им горшок, до половины полный золотом. «Так и так, — говорю, — у меня этого добра много, а у вас нет. Возьмите этот горшок, чтобы у вас дома звенело золото». Взяли соседи горшок, спрашивали, переспрашивали, буду ли я требовать это золото назад. Но я им сказал: «Оно полностью ваше. Что хотите, то с ним и делайте». И они ушли. А вечером смотрю, у соседей чего-то долго свет горит. С чего бы это? Думаю, и вышел посмотреть получше. Притаился в темноте и слушаю. А соседка как раз говорит: «Как же это так, муженек? У Петра 9 полных горшков золота, а у нас только половина. Разве мы хуже него? Разве он тот, за кого себя выдает? Надо собрать целый горшок, сравниться с ним богатством». Вернулся я в дом и с тех пор начал следить за своими соседями. Они доработали день и ночь. Воровали, носили, все тащили домой, пока до краев не наполнили золотом тот горшок. Затем взялись за второй горшок. И жизнь их стала не жизнь, а какая-то странная погоня за золотом. Лишь бы наполнить золотом как можно больше горшков, чтобы догнать меня. Поэтому, если хочешь узнать человека, покажи ему деньги и подожди. Друзья согласились с хитрым Петром. Действительно, деньги развращают людей.